Всем привет! Сейчас мы находимся на заводе у моего друга. Я сделал крепеж двигателя. Сейчас мы пытаемся делаем нужное отверстие на 18, чтобы закрепить двигатель. Парни собрались, помогают. Все, вот Игорь, дружбан, Игорь, здорово. Вот все дела, сейчас парни мне забубенят. Это будет крепеж двигателя, и там я уже радиатор посмотрю, как крепить. Вот. Основную часть мы сейчас, я думаю, сделаем. Вот парни тут. Такой цех здоровый, здоровенный. Станки на кто-то завозят еще, обустраивают. Идет погрузка крановой. Где твоя электрическая кнопка? Погнали дальше. Это зачем? Это накосячите, я вас все вот в интернет выложу, скажу, все накосячили, мне две дырки не туда. Ты представь, до этого двое таких приходило, где-то здесь под чернил. Почему? Все, ладно, понятно, напугал сразу. Все, машина. Нет. Не, нормально, сейчас сделаем. Я шучу, конечно. Все будет нормально. Ну вот такой вот. Это в 18 году же будет футбол, да? Игорь. Вот, друзья, делают перила на стадион, центральный стадион у нас. Это будет перила к футбольному матчу 18 года. Такие мощневые, антивандальные. Суперские, короче. Так что смотрите футбол 18 года в Екатеринбурге. Ну а мы пока занимаемся моими делами, запчастями. Ребят отвлекаю. Пусть простят меня, засранца. Ну, вот такие дела. Ну ладно, мы будем делать, я не буду отвлекать. Давайте всем пока. Пишите там.